Привет, с вами Женя Мельковский, и это новости анимации. Небо над Готэмом светится сигналом стильной летучей мыши. Брюс Тим, тот самый чувак, который делал мульт про Бэтмена в середине 90-х, объединяет силы с Джей Джей Абрамсом и Мэттом Ривзом. Вместе они вернут на экраны анимационный сериал про темного рыцаря. Ребята обещают атмосферу нуара и переосмысление культового героя. Надеюсь, у нас не сдадут нервы, пока ждем эту красоту. Эх, спин-оффы, мои спин-оффы. Adult Swim решил вконец разойтись и выдал целую серию потрясных анонсов. Нас ждут короткометражки по Рику и Морти, а The Vindicators — самой никчемной команде защитников супергероев Морти. Мы узнаем историю Алабамы Джексона из Робоципа, а также как дела у плутонианцев, диджея Сыкуна и ручного банана из Aqua Teen Hunger Force. В общем, Adult Swim строит свою отдельную вселенную не хуже, чем у Marvel. Современная легенда корейского кино добралась до анимации. Режиссер «Паразитов» Бон Джун Хо работает над своей первой мультипликацией. В центре сюжета будет глубоководная беспозвоночная рыба, которая думает, что страдает от грыжи позвоночника. Вот он, герой нашего времени. А с вами был Женя Мельковский. Кофе мой друг, анимация мой драг. И все, что вокруг, смотри на 2x2 вот так.